Твери подвели итоги областного ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». В этом году на конкурс было подано 62 заявки. Среди участников – представители отрасли машиностроения, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также другие компании и организации. На торжественной церемонии побывала съемочная группа нашего телеканала. В этом году областной ежегодный конкурс на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» проводится уже в 13-й раз. Цель конкурса – содействие развитию и совершенствованию работы по охране труда, улучшению условий труда и обеспечению безопасности работников. В Тверской области наметилась устойчивая положительная динамика по ключевым показателям в сфере охраны труда. Снижается уровень производственного травматизма, уменьшается количество несчастных случаев. Одно из предприятий Верхневолжья, где охране труда сотрудников уделяется особое внимание – филиал «Шелнефть» в Торжке. Как отметил руководитель предприятия Максим Соловьев, участие торжокского филиала «Шелнефть» в подобном конкурсе всегда обязательное и важное событие. Цель номер один – чтобы у нас производство было безопасно, чтобы не было никакой угрозы ни для людей, ни для окружающей среды, ни для оборудования, ни для наших соседей. Вместе с представителями «Шелнефть» свои заслуженные награды получил еще целый ряд предприятий Тверской области. Это организации машиностроения, электроэнергетики, учебные и медицинские заведения.